Добрый день, сейчас я вам продемонстрирую детский мик. Зима, Италия, цена за килограмм 732 рубля, в упаковке 19 килограмм 98 грамм, стоимость ее упаковки 14 625 рублей, количество единиц 80 штук, стоимость за одну единицу 183 рубля. Значит, первая это куртка теплая, она идет зимняя, подклад у нее флис, размер ростовочкой 128. Дальше у нас вот такая вот толстовочка. На мальчика, скорее всего, размер у нее примерно 92. Так, сейчас я вам покажу то, что не было посчитано за единицу. Это вот такая вот кепочка, гольфик, второй, мне не поп... вот два носочка, не вот так вот, простите. Еще пара носочков, пара носочков, пара носочков, пара теплых носочков, еще одни теплые носочки. Вот такой вот полосатый шарфик, детская шапочка для новорожденных, гольфики голубенькие, теплая шапочка зимняя на мальчика лет 3. Это то, что не посчитано. Все, что буду показывать дальше, было посчитано за одну единицу. Значит, это вот такая вот юбочка детская, размер не указан, может быть в районе 86-92. Олимпиечка тоже на девочку, размер 5. Дальше ветровка на девочку. Подклад идет флис. Размер у нее 12-24 месяца. Ветровочка на мальчика также 12-24. Леггинсы теплые. Подклад что-то похожее на флис. Может быть на девочку лет 7-8. Олимпийка на мальчика размер 9-10. Штанишки 86-92, джинсы теплые, подклад флис, размер 116, вот такие вот вельветовые штанишки, размер скорее всего 86-92, жилеточка на девочку размер 4-5, юбочка 4-5, жилеточка на спине рисунок Микки Мауса, размер 6, джинсы плотные, размер 18 месяцев, туника на девочку размер 1-2 года, штанишки размер 80, штанишки на мальчика теплый подклад флис размер 98, штанишки тоже на мальчика размер у них 2Т, теплый джемперок на мальчика размер 4-4Т. Дальше у нас идет курточка, подклад флис, размер 134. Так, олимпийка с коротким рукавом на мальчика размер... Не указано, нужно взрослого мальчика лет 12 и старше, в зависимости от телосложения. Вот такое вот болеро маленького размера, скорее всего, 6-9 месяцев. Кофточка теплая, размер 12. Платье туника теплая, скорее всего, на девочку уже лет 8. Олимпийка на мальчика, размер 6А. Толстовка на девочку 98, юбочка на девочку лет 8-9. Так, еще одна олимпийка на мальчика тоже. Так, здесь размер 12, скорее всего, лет. Теплая кофточка, размер не указан, может быть 4-5 лет. Теплая кофточка, подклад флис, знаете, как искусственный мех. Она очень-очень теплая, должна быть размер у нее 12 месяцев. Толстовочка тоже 12 месяцев. Кардиганчик 18. Вот такая вот блузка, туника. Мужа на взрослую лет 9-10. Олимпийка размер не указан, может быть 3-4. Юбочка вельветовая, тоже размер не указан, но на взрослую девочку может быть лет 10. Здесь у нас 128 ростовка, замшевые леггинсы размер 135,
Детское пальто размер, ну, в пределах 80. Это у нас кофточка на девочку, на взрослую, размер 28М. Комбинезончик детский 3,6. Толстовка на девочку с капюшоном. Капюшон утепленный. Здесь на принтере предукрашен бусиками, но уже лет на 12, наверное, на девочку. Леггинсы 104. Жилетка, ну, уже тоже на взрослую девочку, может быть, от 15 и старше. Так, дальше у нас идет кофточка размером S. Спортивные штанишки, размер не указан, они идут теплые, но тоже уже на взрослого ребенка лет 9-10. Ветровка размер 128, на мальчика здесь ветровочка, на девочку размер 122. Жилеточка тоже, скорее всего, 122. Кузамшевое платьишко 104. Леггинсы со вставочками из эко-кожи 24 размер. Здесь у нас размер не указан, но может быть лет на 6. Бордовая ребенка на девочку размер тоже не указан, но может быть 4-5. Жилеточка 122. Ветровка под склад плиз, скорее всего, тоже 122, может быть 134. Теплая курточка лыжная, подклад тонкий флис, размер 134. Платье украшено блестками, из блесток рисунок сердечки, размер 9-10 лет. Толстовка на мальчика 98. Теплые леггинсы, больше как подштанники идут, размер у них не указан, но может быть в районе 116. Так, дальше у нас идет юбочка 4-5, серебристый пиджачок с плечиками размер S, шортики 98, олимпиечка с капюшоном 122, такая вот блузочка на девочку на пуговках размер 107-113, кардиганчик на завязочках размер 2, жилетка на мальчика S, толстовка на мальчика с капюшоном размер S, жилетка на девочку размер 24, куртка на синтепоне теплая на девочку, размер не указан, ну, может быть 5-6 лет. Дальше идет белая танковочка с принтом размер 10-11, 146 ростовочка. Юбочка размер S. Это у нас вот такой вот болеро. Нет? Да, болеро. Не очень понимаю, горловины нет. Вот есть два рукава и вот здесь вот резиночка. Дырки для рукавов нет. Может быть, это как спинка будет примерно вот. Больше я не знаю, что вам сказать. Размер небольшой. Вот еще одно болеро по такому же типу. Здесь у нас рубашечка Zara Boys 2-3 года. Теплая куртка на синтепоне, подклад флис, то есть она идет зимняя. Скорее всего, уже лет на 10. Велюровая кофточка размер 28-110. Танковочка на мальчика, скорее всего, 98 размер. Здесь у нас размер 74-80, здесь размер... Так, не указан, но может быть в пределах 74-го. Толстовка на девочку уже, ну, взрослую лет 15. Теплая кофточка размер 104, не больше. И последняя, это вот такая вот юбочка, тоже уже на взрослую девочку, размер указан 12.
Сейчас нам был продемонстрирован детский миг «Зима Италия». Цена за килограмм 732 рубля. В упаковке 19 килограмм 98 грамм. Стоимость всей упаковки 14 625 рублей. Количество единиц 80. Стоимость за одну единицу 183 рубля. Спасибо за внимание. До свидания.